вами касательно такого вопроса. 7 минут назад последовало заявление из города Брест на изменение вашего номера телефона с окончанием 6025. Вопрос ранее о вас активности по городу Брест не наблюдали, почему сразу же с вами связались. Подскажите, пожалуйста, это вы совершали изменение вашего номера с окончанием 6025 на новый мобильный номер телефона с окончанием 1377? Ой, нет, это не я. Нет, хорошо, в таком случае мы можем отменять данные действия, верно? Конечно. Также подскажите, пожалуйста, банковская карта нашего банка не украдена, не утеряна, находится в данный момент при вас? Да, да, вот лежит рядышком. Хорошо, подскажите, пожалуйста, мне требуется указать, сколько у вас активных банковских продуктов нашего банка в наличии, то бишь, получается, не истекшие сроком действия, не заблокированные, а именно активные. Скажите, пожалуйста, сколько у вас банковских карт нашего банка? Три карты. Подскажите, пожалуйста, какого типа данные карты? Ну, пластиковые. Я понимаю, я у вас, точнее, дебетовые, кредитные карты. Ну, дали зарплатную карту. Я не знаю, как они, дебетовые, кредитовые, ну, какие-то. Хорошо, Денис, смотрите, в таком случае мне потребуется также указать в данной ситуации приблизительный остаток по балансу трех данных банковских карт. Подскажите, пожалуйста, какие суммы мне в данной ситуации указывать по балансу данных банковских продуктов нашего банка? Округленно в эквиваленте, то бишь после вашей последней операции, приблизительный остаток по балансу, который вы округленно припоминаете. Ой, знаете, я сразу зарплату снимаю просто, она у меня в наличных, так что там, наверное, ничего и нету. Хорошо, посмотрите, у вас три банковских карты, мне требуется по каждой карте указать приблизительный остаток по балансу. То бишь, мне указывать до 1 рубля, до 5 рублей, до 10 рублей, до 50 рублей и так далее. До одного. Скажите, пожалуйста, под всем трем картам указать до 1 рубля? Да. Хорошо, в таком случае, Денис, всего вам доброго, до свидания. До свидания.